возглавляю Всероссийское общественное движение «Суть времени». А на сегодняшний день мы проводим пикеты одиночные, которые позволяют раздать информацию людям о том, что 23 числа в Москве на ВДНХ «Суть времени» во главе с руководителем Сергеем Кургиняном проводит митинг, приуроченный к борьбе с оранжевой революцией и неповторению сценария 91 года. Также на этом митинге любой гражданин сумеет заявить свою гражданскую позицию за честные выборы, за восстановление Советского Союза, за СССР 2.0. 23 февраля на ВДНХ будет только движение «Суть времени» или кто-то еще может приходить? На митинг 23 февраля мы приглашаем абсолютно все общественные организации, которые поддерживают наше движение и которые разделяют с нами взгляды на будущее России. В частности, в Туле мы обзвонили огромное количество общественных организаций, получили большую поддержку. Вместе с ними мы организуем поездку на этот митинг. Помимо этого, мы привлекаем к участию в этом митинге абсолютно все патриотические силы, которые проявляют свою гражданскую позицию именно как патриоты, которые против развала России и которые против оранжевой революции. Этот фронт довольно широк, что показало событие, которое стало очень значимым на Поклонной горе. Как бы его во всех средствах массовой информации не пытались очернить, приписывая его к какой-то деятельности людей пропутинских, мы все равно настаиваем на то, что, что бы эти люди ни говорили, есть документальные съемки, записи этого митинга, которые четко подтверждают обратное, поскольку каждые 5 минут на этом митинге его ведущий Сергей Гервандович Кургинян постоянно ставил акцент на том, что на этот митинг приходили абсолютно разные силы, как и пропутинские, так и те, которые против курса Кремля. Кто-то, допустим, был уверен в том, что Путин, придя к власти, круто изменит курс, но там были совершенно разные представители. Что касаемо митинга 23 февраля, то мы, конечно же, собираем патриотический фронт, но уже более, скажем так, узкий. Там уже не будет тех людей, которые скажут, что, допустим, они за Путина или могут высказывать такое мнение, что он круто изменит курс. У нас есть свои политические взгляды, политические убеждения, и это позволяет нам принимать участие в этих митингах и заявлять свою гражданскую позицию.